Пособие по безработице предлагают увеличить почти вдвое. Впервые за долгое время в России эта выплата может вырасти сразу на 8 тысяч. Над законопроектом о почти двукратном увеличении этих выплат сейчас работает Минтруд. Количество вакансий на биржах труда значительно превышает количество официально зарегистрированных безработных. Поэтому повышать пособие не было никакого смысла. Однако прожить на 1000 рублей невозможно. В итоге в правительстве решили найти баланс между поддержанием трудоспособности человека, восстановлением его жизненных сил и мотивацией искать работу.